Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Спасибо. Сэм Бриджес, да? Я тебя слышал. Парень, что ходит по стране и налаживает связь между людьми. Спасибо, что принес мне это. Спасибо. Без доставок Fragile Express жизнь стала тяжелой. Дай я проверю груз. Ха! Ого! Ты был очень аккуратен. Я сообщу Бриджесам, как идут испытания. Спасибо. Кое-что понять. Это насчет Fragile. Наверное, ты слышал, что она помогала террористам, что ей было плевать, кто пострадает. Но знаешь, это все вранье. Она и ее люди рисковали жизнью, доставляя нам необходимое. Она настоящая героиня. Знаешь, я родился в этом убежище. Весь мир был для меня внутри этих стен. Поэтому, когда люди говорят про Америку, я вообще не понимаю, о чем они. Но если этот Кьюпид подключит меня ко всем, то это изменится. Так что да, я хочу вступить в UCA. Хочу увидеть, чего был лишен. И теперь мой личный 3D-принтер подключен к хиральной сети. Если все сработает, прибор EvoBio даст возможность создавать самые разные объекты из архива. Мы сможем восстановить Америку по частям. А я пока воспользуюсь сетью и узнаю, что происходит в городах. Буду следить за мулами и террористами. Ты словно принес мне целый мир в этой коробке. Спасибо, Сэм. Приходи еще. Ах, да. У меня есть одна штука, и я хочу, чтобы ты ее испытал. Помощник, которого я изобрел. В симуляторах все идеально, но кто-то должен испытать его в поле. И если он облегчит твою работу, тем лучше. Сэм, активные контуры прикрепляются к твоим ногам, улучшая твои физические возможности. Тут у тебя активный контур, предназначенный для усиления суставов. АК сам по себе оказывает тебе поддержку, но ты можешь дополнительно усилить его потенциал. Давай, испытай эту штуку. Она тебе понравится. Большое спасибо. Возвращайся скорее. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки.
доставляю груз. Так, это один пункт выживальщиков. Осталось два. Разрешено.
До вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Я ждал тебя. Ты мое спасение. Я сумел выжить только благодаря курьерам. И ты ничего не просишь взамен. Я благодарен тебе. Посмотрим, как там груз. Ого, это потрясающе. Великолепно. Спасибо. Fragile Express. Скажите, что вы порвались с террористами, да? Когда Fragile, дочь основателя, начала общаться с другими курьерами, здесь стало немного жутковато. По слухам, это она устроила взрыв в среднем узле. И отчасти я в это верю. Возможно, конечно, что она просто одна из их жертв. Ты подключаешь хиральную сеть? Я не против контракта с Бриджесом, но в UCA я вступать не собираюсь. Если не возражаешь, действуй. Может, тебе уже говорили во Fragile? Но даже те, кто не хочет становиться частью UCA, могут подключиться к сети, подписав контракт с Бриджесом. Они могут пользоваться доставкой и другими базовыми функциями хиральной сети, как полноправные участники. Так же, как и ты можешь пополнять свои припасы, используя их хиральные принтеры. Однако они не обязаны отправлять нам данные. Поэтому не рассчитывай на их сведения или помощь в разработке технологий. В идеале, конечно, все люди должны быть частью UCA. Но если это невозможно, наша цель — сделать их частью сети. И, может быть, потом они передумают. Кьюпид взаимодействует с терминалом по-разному, в зависимости от типа контракта. Подключи Кьюпид и проверь. Ее компания стала слишком крупной. В такое время мы все должны быть тесно спаяны друг с другом.
Это относится и к курьерам. Иначе мы будем совершать одни и те же ошибки. Республики, федерации, коалиции, государства. Объединять таких разных людей — от этого добра не жди. Извини, я уже давно ни с кем не разговаривал. Счастливого пути. До встречи, Сэм. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Отлично, Сэм. Уже два пункта интегрированы в хиральную сеть. Остался еще один.
дерьмо. Джайл Экспресс проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Ты ведь не из Fragile Express, да? А, понятно. Бриджес пользуется их удостоверениями. Ну, молодец, сынок. Давай я заберу у тебя это. Упаковка на вид... как новенькая. Ого! Давненько я не видел груза в таком хорошем состоянии. Большое спасибо. Ха, наверняка это было нелегко. Слушай, зачем тебе это? Все знают, что Фрэджайл стоит за атакой, где погибло пол среднего узла. Только дурак решил бы доверить доставку этой террористке. И тем не менее, ты здесь. Подменяешь ее, чтобы бизнес не загнулся, да? Ха, слушай, я уже никому не верю. Только не пытайся заманить меня в эту вашу сеть. Ты знаешь, почему в последнее время так много терактов?
Потому что вы их всех разозлили своими разговорами об объединении. Вступить в USA? С тем же успехом я могу тут мишень нарисовать. Доставляй заказы в срок, и мы с тобой поладим. Проблемы мне ни к чему. Должен сказать, мне понравились твои гематические гранаты. Признаю, хорошие штуки. И мне кажется, что в USA не должны держать их в секрете от всех. Ведь в этих краях работает множество курьеров-фрилансеров. Будь моя воля, я бы набрал этих гранат и раздал их ребятам. Вы хорошие ребята, это видно. И ты доставил заказ, как я и просил. Но чтобы я согласился на ваше предложение, этого будет мало. Хиральная сеть — это большой шаг. Вот, если бы ты доказал мне, что Бриджесу можно доверять... А давай так. Выполни еще один заказ. Данные я загружу вон в тот терминал. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Комплект инструментов в моем старом убежище. На нем есть метка, так что найти его будет несложно. Отопру убежище, как доберешься. А, и возьми несколько гематических гранат, что ты принес. Полезно иметь при себе парочку, если тебя прижали твари, да? Надеюсь, до этого не дойдет.
Вот так, поспи. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Доставляю груз. Что? Не может быть. Ты правда побывал в этой клоаке? А, ты не представляешь, что это для меня значит. В этих инструментах столько воспоминаний. Такое тебе никакой хиральный принтер не заменит. Я-то думал, что это невыполнимо. О, да. Вот это другое дело. Я теперь такое оружие смогу мастерить. Сэм Бриджес, ты просто бесподобен. Спасибо. Честно говоря, Фрейджайл и ее парни мне не вредили. Скорее, помогали. Но если они теперь заодно с Хиггсом, значит, они такие же плохие, как и он, верно? Будто все эти сраные террористы решили собраться в кучку. Большая счастливая семья. Может, пора и нам тоже? Может, для нас еще не все потеряно, по крайней мере, если в UCA есть еще такие ребята, как ты. Коллективная безопасность, да? И Новая Америка к тому же. Подключи меня к хиральной сети. Точно. Раз уж ты меня поддерживаешь, надо и мне отплатить тебе тем же. Пока у меня есть связь с сетью, я буду снабжать тебя лучшими инструментами. И может, мы оба проживем подольше. И, кстати говоря, смотри, что я сделал. Называется полоскан. Нейтрализует человека на минуту. Не смертельно, разумеется. Следы могут остаться, но я уж тут ни при чем. Если тебе пригодится, возьми.
А, Болас Ган. Может пригодиться. Ты можешь обездвиживать им людей, не убивая их. Но если заменить провода на нити из твоей крови, то, возможно, он будет действовать и на тварей. Давай, попробуй. Свое дело сделал, теперь мой черед. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Великолепно, Сэм. Ты уже подключил к сети 3 пункта. Выживальщики подключились, и хиральная сеть в отличном состоянии. Следующим пунктом мы хотим сделать местный распределитель. Но придется подождать. Сначала приоритетная задача. Нужно кое-что добыть. Нам нужно, чтобы ты принес один из серверов озерного узла. Он был в ремонте, а на обратном пути на транспорт напали мулы. На сервере хранятся важные данные для нашей новой системы доставки. Он автоматизирует доставку с помощью хиральной сети. Для нас он бесценен, а для мулов это все равно, что тостер. Тостер, из которого они с радостью извлекут хиральные кристаллы и редкие металлы. Действуем быстро, иначе потеряем данные. Так что двигай к точке выгрузки мулов, хватай сервер и неси в озерный узел. Считай, это мой личный заказ. Подробности на браслете. Оружие разрешено. Thank you.
Ладно.
снова и снова и снова.
Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Провожу идентификацию. Готово. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Thank you.
До следующей доставки. Береги себя. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше... Доставщик снова вручает. Сервер в идеальном состоянии. Приятно осознавать, что наши данные не пострадали. Большое спасибо. Сэм, теперь ты сможешь изготовить обратный трицикл. Озерный узел любезно предоставил нам его схему. Я бы тебе про него рассказала, но ведь он у тебя был, да? Два колеса спереди, одно сзади, аккумулятор. Самозарядным устройством включается при бездействии. Для езды по пересеченной местности требуется навык. Лучше ездить по длинным ровным участкам, бла-бла-бла. Мы хотим добыть для тебя еще один транспорт, так что можешь ждать его. Спасибо, Сэм. Эти данные помогут нам внедрить новую автоматическую систему доставки. Я скажу парням начать тестировать роботов. Тебе нужно принести его в распределитель к югу от Озерного. Захочешь поработать, проверь терминал доставки. Выживальщики не лучшего мнения о Фриджайл. Ей точно можно доверять. Это история с Хиггсом. Я же говорил, что она его ненавидит. Для меня враг моего врага мой друг. Но не верь мне на слово. Спроси у нее и сам решай. В любом случае, нам нужна ее помощь. Сэм, это Фрэджил. Говорят, ты включил в сеть трех выживальщиков и доставил все, о чем они просили. Ты хорошо поработал. Раз уж мы болтаем, может, объяснишь мне, что у вас там за вражда с Хиггсом? До тебя дошли слухи, да? Я тебе все расскажу. При встрече. Я буду в распределителе к югу от озерного узла. Ты ведь туда и направляешься?
Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Сэм, многие клиенты просят именно тебя. И хотя заказы, которые ты получаешь от нас, критически важны для развития хиральной сети, есть и другие, и тебе стоит поразмыслить о них. Не стоит и говорить, что все выиграют, если ты будешь делать столько, сколько сможешь.
Больше работы, больше выгоды. Нашу сеть доставки. Это важно. Так что будь осторожен. Постарайся носить пиццу, как полагается. Если ты протупишь и уронишь ее на бок, она этого не переживет. Тебе нужно принести его в распределитель к югу от Озерного. Если роботы-курьеры окажутся надежными, они смогут улучшить нашу сеть доставки. Это важно. Так что будь осторожен. Постарайся носить пиццу, если... Thank you.
Тебе нужно? Да? Постарайся носить пит. Хочешь строить дорогу, найди дорогу-укладчик. Thank you.
оказался Warner Bridges. Я начну подготовку к испытаниям, а ты жди звонка из штаб-квартиры. Спасибо, Сэм. Теперь можно начать последний этап испытаний. Знаешь, я сама их проектировала. Надеюсь, они немного облегчат нагрузку. В отличие от курьеров людей, они не создают выплесков пустоты. До выхода смерти ученые опасались сингулярности, того, что кто-то создаст компьютер, который будет умнее человека. Но этого не произошло. Машины не вызывают выплесков пустоты. Они не умирают, у них нет берегов. Как бы далеко они ни продвинулись в развитии, машины не понимают, что такое смерть. И поэтому они никогда не смогут превзойти нас. Загляни в терминал доставки, я научу тебя пользоваться роботами. Не волнуйся, я буду следить за тем, что происходит. Эти автономные роботы-курьеры будут обрабатывать часть твоих заказов. Только самые простые, банальные заказы. Посмотри, что тут есть. Если груз доставляется ботом по бездорожью, то его наверняка помнет. А вот если бот везет груз по хорошей дороге, то доставит его куда надо в лучшем виде. И быстрее. Само собой. Помни об этом, когда отправляешь их. Теперь подождем, пока робот доберется до места. Сейчас он только один, но если тест пройдет нормально, мы начнем массовое производство. Тогда ты сможешь сам отправлять их. О, кажется.
Кажется, я оговорилась. Нам удалось подготовить к тестированию еще одного робота. Решай, как его использовать. Прости, ребенок снова тревожится. Спасибо, Сэм. Поговорим позже. Отлично, Сэм. Автономные роботы-курьеры принесут пользу всем. Жителям городов и пунктов, а также тем, кто живет в глуши. Но ты, наверное, устал. Может, отдохнешь? И твоему ББ тоже нужен отдых. Иди в личное помещение. Давай. Извини, не хотела тебя напугать. Я захожу, а ты спишь. Спасибо за душ. Не за что. Слушай, хочу спросить. Я слышал всякое про тебя. Она заодно с террористами. Не верь ей. Еще одна дурочка, которую Хикс кинул. Эта женщина просто героиня. Скажи, Сэм, что для тебя значит Америка? Мой отец преподносил нас как какой-то феномен. Клей, на котором все держалось. Не просто народ. Символ свободы и надежды. И это можно вернуть, если мы будем доставлять грузы и объединять людей. Он в это верил. И его смерть меня подкосила. Тогда-то ко мне и обратился Хикс. Сможем доставлять посылки от моря до моря. У него была монополия на Запад. Для нас обоих это было выгодное сотрудничество. Поначалу дела шли хорошо. Но потом, год назад, когда эти фанатики пошли в разнос и взломали нашу систему, они как-то заполучили наши пропуска и стали проникать в города. И внезапно мы доставляем оружие и бомбы вместо лекарств, а я и не в курсе. Мы были винтиками в преступной машине. И за всем этим стоял Хикс. А еще он умудрился прибрать к рукам атомную бомбу, которую я сама пронесла прямо в средний узел. Ты хочешь сказать? Да. Это я. И я взорвала. Все было бы иначе, не будь я такой слепой дурой. Поэтому я сделала все возможное, чтобы не дать им уничтожить Южный узел. Я пыталась вынести бомбу из города. Но Хикс был на шаг впереди.
Он с лихвой отхватил свой кусок. Некоторые раны не заживают. Все время, что мне оставалось, забрал дождь. Вот такая история. Чистая правда. Не считай лжи. Мне плевать, что на Бриджес, что на восстановление Америки. Но я не позволю Хиггсу и каким-то террористам уничтожить наследие моего отца. Поэтому я и пришла. Ну, теперь веришь? И я готова помочь, Сэм. Просто позови меня. Сэм, новые точки, которые ты подключил к сети, помогли нам в восстановлении архивов. К сожалению, я так и не нашел никакой информации о происхождении ББ. И не могу получить доступ к послужному списку ББ-28. Если бы он у меня был, то я бы наверняка смог сказать, откуда у тебя взялись эти странные ощущения. Ладно, вернусь к делам. И ты тоже давай. Сэм, проверь заказы в терминале. Thank you.
Хиггс подставил Фреджа? Опять подслушиваешь? Все это в твоем журнале. И с помощью Хиральной сети мы смогли восстановить региональные архивы Среднего Узла. Они подтверждают ее рассказ. Я сам разберусь, что правда, а что нет. Я по голосу все понял. Ей от этого гада конкретно досталось. Надеюсь, теперь ты готов с ней работать. Хорошая новость, Сэм. Робот, которого ты отправил, добрался до места. Испытание прошло успешно. Я подготовила для тебя еще одного. Прими в знак благодарности. И еще, Сэм. В терминал добавлен новый тип доставки. Твой упорный труд уже заметили. Поэтому кое-кто предлагает ввести премиальный сервис. Необходимость самоограничения может показаться странной, но если добьешься успеха, то еще больше укрепишь свою репутацию. Так что если тебя просят доставить груз за определенное время, можешь уменьшить время еще больше. Тогда в случае успеха твоя оценка повысится. Если тебе нужны испытания, попробуй.
Спасибо за ваш вклад. Thank you.
Я любил тишину. Вашего ухода. Груз. Доставляю груз. Привет. Сэм Бриджес, да? Мы тебя ждали. Этот датчик спасет многих людей. Дай-ка я посмотрю. По крайней мере, ядро не повреждено. А это главное. Когда подключишь нас к сети, мы сможем поделиться результатами замеров. Окажешь нам честь?
Наверняка ты в курсе, что метеостанция была построена до выхода смерти. Бриджес-1 ее отремонтировал. К сожалению, мы давно потеряли связь со спутниками из-за хиральных облаков, поэтому нам сложно измерять уровни хиралия и предсказывать темпоральные дожди. Но благодаря тебе метеостанция скоро заработает. Ты облегчил нам работу, а мы теперь поможем тебе. Мы не подведем тебя, обещаю. Береги себя. Я вижу, ты подключил метеостанцию. Великолепно, Сэм. Когда район интегрируется в хиральную сеть, он, так сказать, также становится ближе к берегу. Это сильно влияет на уровни хирали, и оценка этого влияния – одна из основных функций Кьюпида. Чем больше нам известно, тем точнее мы можем предсказать время и место темпорального дождя. Без хиральной сети мы могли бы только гадать. О, благодаря твоим успехам ты теперь можешь смотреть прогноз погоды с помощью браслета. Открой карту, увидишь. Пригодится при планировании маршрутов. Я буду следить за плотностью хиралии из лаборатории. Она недалеко от южного узла. Обрабатывай заказы, и тогда быстро подключишь этот регион. Удачи, Сэм. Отлично, Сэм. Еще одна точка в сети. Молодец. Продолжай в том же духе. Прогнозы метеостанции должны быть доступны всем, кто в хиральной сети, в том числе тебе. Ты можешь просмотреть их через браслет. Пригодится при планировании маршрута. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Похоже, что у тебя там пустой контейнер, да? Отправляй подобный хлам в Бриджес. Может, тебе он не нужен, а вот нам очень. Thank you.
Я добавила в твой ПХК убежище от дождя. Оно поможет тебе и твоему грузу остаться сухими, пока погода не улучшится. Воздушный транспортер — это что-то вроде тележки. Хиральные кристаллы позволяют ему висеть в воздухе и двигаться над пересеченной местностью. Ты можешь положить в него груз и везти к месту назначения с минимальными усилиями. Если одного не хватает, его можно подцепить к другому и взять оба. Не забывай, для работы транспортеров необходим запас хиральных кристаллов. Следи за тем, чтобы у тебя их хватало. Поздравляю, Сэм. Твой ПХК, так сказать, поднял уровень. Теперь ты можешь возводить более сложные постройки. Мама тебе расскажет подробнее. Сэм, в твоем ПХК теперь есть схема базы. Это довольно большая постройка, так что тебе понадобится много времени и материалов. Но зато она практически заменяет личное помещение. Попробуй. Спасибо за ваш вклад. Мы еще встретимся, Сэм. Непременно. Оружие разрешено. Вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес.
Теперь по браслету можно смотреть прогноз погоды. Очень удобно, когда ты в дороге.